Всем привет! Нахожусь на стадионе Ленина со стороны яхт-клуба. Вот видите, если может быть где-то вдалеке, вот немножко там Амурский мост. И вот уже новая набережная, вернее, набережная стадиона имени Ленина, которая реконструируется полным ходом. Вот вы видите сейчас ротонду. И вот дальше немножечко вторая ротонда. И еще дальше третья. Ну и вот так вот все это интересно будет выглядеть. Сейчас, конечно, видите, мелководье. Это так, наверное, называется. И можно здесь гулять по бережку. А бывает, что заливает и вплоть до поверхней самой плиты водой. Радует, что скорость работ достаточно высока. Сейчас немножко дальше пройду, еще сниму. Обманул я вас немного. Это вторая, это была не ротонда. Это такой амфитеатр. Такое сооружение достаточно массивное. Ну, в общем-то, когда, наверное, все это дело облагородят, просто будет одно удовольствие. А вон, видите, вот эти вот перила уже возводятся сверху. Дружище, для котов ловишь, да, наверное? Рыба несъедобная же здесь. Котам, да? А что ловится? Касатки. Касатки? Зачем? Спасибо. Ага. Вот еще одна ротонда. И вон отсюда уже видно колесо обозрения и утес. И памятник Муравьеву-Амурскому. Вот видите, уже в принципе достаточно высокая степень готовности. Здесь уже все готово. Только сверху делают уже вот эти вот поручни. Так что скоро, наверное, нас уже пустят там гулять. Надеюсь на это. Сейчас пока так, в обходную можно только по бережку пройти. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Задавайте свои вопросы. Всем пока. А вот еще решил немножко снять. Подошел тут поближе. Здесь, оказывается, тупик. Не пройти так в сухую. Вот она река. Чердымовка, наверное, все-таки. И вот колесо обозрения. Еще сейчас немножко сниму. Вот такая красотища. Напоминает немного Благовещенскую набережную. Там тоже сделано очень такое массивное, красивое сооружение. Прям одно удовольствие по ней гулять. Сейчас и нам тоже не стыдно будет за нашу, как говорится. Так как там была речка, я попросился пройти уже поверху. И мне без проблем разрешили. Так что вот такие новые у меня впечатления. Реально я рад, что уже здесь можно прогуляться. Такой необычный достаточно ракурс. Хотя мы часто здесь гуляли, но ощущение такое, что высота была немножко другая раньше. Сейчас вот все переделали. В общем, тоже, наверное, можно и вас пригласить сюда прогуляться. Чего-то нового не хватает в Хабаровске, конечно. Не хватает новизны. Поэтому любая какая-то стройка или какие-то реконструкции, какие-то интересные новые вещи, места особенно привлекают. Я еще несколько лет, ну, не путешествовал. Надеюсь, скоро это уже будет меняться. И, может быть, покажу вам не только Хабаровск, но и другие места. Ну, а пока гуляем здесь. И лесенки аккуратные. И вот сейчас вблизи покажу вам ротонду. Сверху ее уже мрамором начали отделывать. Вообще даже не предполагал, что их несколько сделают. Несколько ротонд и несколько амфитеатров. Прям сильно украсит. Вон, видите, сверху уже мрамор.
Ну и вот такие лесенки с двух сторон. Можно подниматься. Ну, почти до самого конца прошел. Здесь вы уже, наверное, и сами гуляли. О, смотрите, ребята, заработало колесо. Оно двигается, оно крутится. Обязательно сниму видео оттуда.